Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Плеймар, Кинг энд Файр, Гусанёк, Гафака, Буперчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем Плеймар. Всем привет. Ребята, 1000 лет у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Малейшая ошибка и все. Кстати, пацаны, зря, смотрите, банан сейчас умрет. Банан, ты был хорошим человеком. Кто еще хочет на вентилятор наступить? Кинг энд Файр. Мы можем аниматроника загнать сюда. Гусанёк, зря ты это сделал. Так, смотрим. Вот гусанёк летит. Красиво летит. А как ты выжил? Что ты сделал? Ты на тут конусную штуку, да, типа падаешь? Какую? А как ты? Вентилятор падает. А, ты на вентилятор падаешь? Нет, вот на вот эту штуку скользящую. Слушай, я же сказал, да, что на конусную штуку. Блин, пацаны, вы чуть не слились. Стоим себе, ля-ля-ля. Два аниматроника. Смотри, опа. Пацаны, вы хорошие аниматроники. Гусанёк. Я тебя помню как хорошего человека. Что ты сделал? Так, смотрите, бежит. А сколько осталось людей в живых? Я один и все? Нет, еще. А есть еще? Так, смотрите, вот он, Бонька, бегает. О, быстро аниматроник пришел на подмогу. Не спорю. Попытка хорошая. Когда аниматроников ходит, и вы медленно ходите, нажмите на аэро. Не подсказывай. А я буду. Не подсказывай. Некрасиво с твоей стороны. Я обманул, я прям его ударил плечом. Пацаны, мы в ловушке, понимаете? Мы сейчас можем умереть. Ха-ха-ха-ха! Блин, ребята, легко выживать! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Да как? Это что? С кем, блядь? Это он... Ладно, я тоже тогда беру аниматроника. Да я подался! Ну, Сунёк, ты веришь мне? Ладно, не верьте, я не поддавался, я очень старался выживать. Так, я должен сейчас убить... Ага, вижу. Это и тучка, ты там бегаешь, да? Нет, это другой. Леточки сегодня нет. Так. А сколько осталось? Сейчас я его загоню. 100% он ошибется. Малейшая ошибка, ты понимаешь? И все. Вот, все, давай. Окружайте его. Пацаны, давай. Вот. Ближе. Опа. Хитрожопый попался там же чара. Ну ничего, мы не таких убивали, пацаны. Есть! Я знал, что я тебя убью. А кто это был? У меня осталось. Это Кинг энд Файр. Кинг энд Файр, ну ты был хорошим чилипиздриком. Ай. Так, перекличка, кто живой? Я и Кирилл. Так, двое людей осталось. А где вы? Они в башне. Конечно. Они не в башне. Мы в башне. Нет. Они внизу. Я знаю, я туда бегу уже. Вы что, пацаны, думаете, вы самые умные? Да. Тут лабиринт подземный есть, нифига себе. Я не знал. Так, пацаны, я думаю, что... А, я думал, вы тут. Не беги сюда. Вот, блин, ты аниматроник. Да. Так мы уже там все ты... здесь. Ай. Они вдвоем. С другой стороны, посмотри. Они вдвоем здесь, наверное. Так, а какие скины у них? А, этот... Какой-то демон и этот камерамен. Пацаны, я застрял на вентиляторе. Давай, иди, ты сможешь выйти. Вот это его глючит, смотрите. Ха-ха-ха, прикольно. Так, пацаны, мы должны их убить. Они возле башни верхней. Иду. Бежим. Вот, прыгают. Нет, Фокси, отстаньте. А вы все жизни не пополняли, пацаны? Нет. Все, смотрите, я сейчас убью одного из них. Вы думаете, вы самые умные, пацаны? Вы оттуда уже не выйдете, все. Эй, ты где? Ты же тут должен быть. Нет, меня тут нет уже. Обманщик вонючий. Братика, беги. Так, не вижу, за кем бежать. Привет. Меня поймали. Отлично. Молодцы, пацаны. Кирилл Геймер, последний остался, он бегает прямо возле электрического забора вдоль. Я вижу. Кирилл Геймер, ты победитель первого раунда, ты понимаешь? А. Ты молодец. Теперь ты можешь просто умереть с чистой совестью. И это сделаю я. Это сделал... Ах ты жопа. Блин, пацаны, ну давайте. Если он продержится минуту, то все.
X2. Ты жипа, ну, ну! Все. Есть! Ты не продержался минуту, поэтому у тебя X0. А где Кирилл Геймер? А вон он пишет. Вижу, Фокси взял. Он сейчас упадет там. Я не знаю, почему я предсказатель. Пацаны, сейчас у него может тоже опять не получиться, если он будет так идти тупо. Дим, ты прям берешь и помогаешь. Я экстрасенс! Ну давай, 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 давай. Мы с тобой сейчас поиграем в игру. Угадай, в какую сторону я убегу. О, блин, слышишь, сейчас складно сказал. Дим, беги. Да я убегу от него. Ты думаешь, он сильный аниматроник, он же слабый. Кирилл Геймер. Все, Гусенек, зря туда побежал. Зря. Молодец, молодец. Кстати, ты всей жизни, да, немножко потратил, я вижу. Ничего страшного. Гусенечек, я знаю, что ты должен выиграть хоть в одном раунде. Можешь? Да. Обещаешь? Да. Даешь слово пацана? Блин, я упал. Да. Хорошо, 62 хп. Нормально. Да, Марк умер. Так. Он умер? Я не вижу. А умер, отображает. Когда за аниматроника не отображается, что кто-то умирает. Все, вас уже двое. Представляешь, какой ты молодец? А забор дамажит, пацаны? Да, дамажит. Да. Блин, к нему даже подойти нельзя вообще? Да. Гусанёк, классную карту я нашел, да? Настроение отличнейшее просто. Так, все, я здесь постою, я никого не боюсь. А, кстати, он может на голову упасть мне. Давайте будем вот так стоять. Во. Все. А-ля крыса. А он идет сюда. А я увидел его. Я знаю, как он... Он сначала посмотрел на меня, взял разгон и прыгнул. Наивный челепиздрик. Прочитал какую-то эту книгу. Ну, это было очень просто. А вот он бежит. А, ну, давайте в другую сторону побежим. Так, два аниматроника всего. Что-то, пацаны, легко. Да, второй раунд мы уже прилобались. Не знаем, как красиво тащить. Пацаны, вас никогда вы нас не выиграете. Потому что мы одни из самых лучших игроков Гаррисмода собрали здесь. А он за мной побежал. Да, King on Fire? У тебя такой скин прикольный. Знаю. Услышишь скрежет металла? Да. Потому что это бежит. Какой-то конченый аниматроник. Кстати, ты сливаешься с этой карты. Ты можешь где-то сесть на картофанах, сидеть, и тебя не сильно видно. Надо, кстати, аккуратно бегать. Так, я лучше пойду на пятачок. Здесь мне лучше выживать. Там могут резко просто зайти, и ты не успеешь среагировать. Ё-моё! 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 Пацаны! Что делать? Вентилятор? Поревашки, малопашки! Ё-моё! Ну, Гусанёк, ты исполняешь сейчас? Нет, ты меня так, не смотрите. И опа! Ой, нашёл. Ты думал, ты крыса? Да. Правильно и думал. Я тебя убью. Так, давайте будем срезать. Ну что, ты готов умереть? Ты думал, я не знал, что ты побежишь назад? Я знал! Красиво, красиво. Надо думать наперед. Поэтому я сейчас все равно тебя убью. Рано или поздно ты попадешься в мои сети. О, пацаны, стойте. Я знаю прикол один. Хотите? А что? Нет, немножко меняется правило, что было интереснее. А вот так можно? Так, негов. Во! Санёчек, как ты думаешь, я тебя смогу сейчас убить? Нет. Не смогу, да? Нет. Гусенька, давайте, ловите, я попробую сверху на него упасть. Стой, о, Гусенек, правильно, беги туда в здание, все, пацаны, а нет. Тихо-тихо-тихо. Сейчас мы его подловим. Кто-то внизу. Где шкерить? По-любому внизу. Гусанёчек, ну пожалуйста, ну иди сюда, я тебе кое-что дам. Знаешь, что я тебе могу дать? Аниматроник упал, ну что ты играешь так красиво. Блин, вот это мне не нравится, что они побежали сюда. Вот, банан, банан. Блин, ну не могу его убить, а так хочется. Так, теперь же гравитация намного выше. Есть, есть, я тебя подловил. Гусенька осталось, ребята, подлавливаем его. По красоте, ах ты, блин. А Фокси уже. Смотрим, думаем, как Гусенек. Вот я Гусенек, правильно? А вот и не надо, надо. Вот, все правильно, да, надо было сюда бежать. Вот еще один есть. О, привет, а что ты так прыгаешь, как Рахит? Тебе придется тебя убить. Смотрите, срезаем угол по красоте. Ты готов? Нет. Да ё-моё, в вонючее дерево врезался.
Я не могу тогда, даже когда нет прыжка. Ты как так играешь? Стоять, говорю тебе. Быстро стоять, только не убей меня. О, давайте, пацаны, окружаем, окружаем. О, гусанек, гусанечек. Гусанек внизу, я видел, как он спустился. Идемте сюда все. Вы должны его убить. Гусанечек. Я же знаю, что ты тут. Вот он. А, там еще один черепизрик. Пацаны, они вдвоем тут бегают. Так, вот вижу игрока. Ну и блин, не могу его убить. Да ё-моё, хотел сократить. Так, ладно, ты поднялся, да, черепиздрик? Еще King of Fire жив же. Да? Да. Ну да, вот это у него модный там скин такой, анимешный. Решается сейчас судьба, кто же выиграет, King of Fire или Гусанёк? Ой, он сдох. Все, да? Гусанёк, ты победитель. Ребята, решающий раунд. Кто же будет победитель? Гусанёк или King of Fire? Битва на ножах. 1, 2, 3. Напишите в комментариях, кто же из них выиграет. Я думаю, что Гусанёк. Да, Гусанёчек? Давай, будь очень внимателен. Так, бей! Блин. Я болею за Гусанька. Не знаю, почему, но я за Гусанька болею. Ну, удар! Да как, вы даже коснулись локтями. Ну, мощный удар сделай локтем. Голову. Гусанечек, боишься, да? Ой, блин. Улетел. Ну, Гусанек, ты все, ты проиграл. Такая тупая смерть. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. О, что это сейчас было? А, ядерная бомба, я же забыл. Всем пока. Всем пока. Всем пока.